Я покапалась. Вон Милки тут целое это твоя. Фундаменте. Это моя. Да, Милка? Мам, как ты думаешь, рай для Милки? Да, папа, рай. В общем, мы забрались в фундамент. Коза за мной сиганула. Это мой веник. Это мой веник, не посягай. Во какой я набрала. Все в этом, в хвоще. А Милки тут вкуснее? Да, Милки тут еще рай. Кайфундра. Она у меня хвощ, он поедает. Только в путь. Это бензокоза. Бензокоза, правильно. Только урожай она крапиву не ест. Ага. Так бы все. Арбузики у меня тут еще растут. Ой, корень. Вот такой вот один есть арбузик. Положу его. Еще пусть полежит, может еще нагонит. И чуть не вырвала, друзья, вот такой вот арбуз. Его не видела, он какой. Еще порастет. Тут стало все выдирать, смотрю, а здесь у меня арбуз, оказывается, растет. Так что вот так. Надеюсь, я, конечно, корень. Тут такие лианы. Ну, вот он вроде бы корень. Вот. Вот я его так травкой подприкрою. Пусть еще лежит. Может быть, еще подрастет. Так что это мой амарант, красавец. Тоже там амарантик. Семена соберу. Следующий год уже в теплице, конечно же, я не буду его сажать. Так, я пошла кабачки снимать. Есть у меня что тут? Проверить кабачки. Тут у меня патиссончик сидит. Надо, наверное, будет его снять. Так, тут есть что-нибудь? Наросло? Кабачки, кабачки. Нету ничего. В кабачках. Вот там вижу, кабачок есть. Надо его снимать. Пойдемте снимем. Пойдемте, друзья, снимем кабачок. Помидоры зеленые. Я тут все, конечно, если честно, забросила. Вот. Они взяли и пошли расти. Ой, так, что тут у нас? Тут ничего. Вот там вот вижу кабак. Кабачеллу. Сейчас мы его снимем. Такой вот красотун. Потихонечку урожай есть. Немного, но есть. Еще один баклажанчик. Это от того самого полудохлика. Если фотку найду, я вставлю. Я поражаюсь, конечно, как он все ж таки выжил в моих спартанских условиях, да еще и урожай дает. Так что вот, друзья, еще два баклажана там на подходе. Попозже срежу. Мишенька в школу собралась с букетиком. Да, дочь? Да, я тебя сфотографирую. Смотри сюда-то. Хочешь в школу-то? Чего? Не хочешь? Там друзья твои, Настя. Соскучала по друзьям? Не знаю теперь, куда смотреть. Чтобы божья коровка отвалилась, да, с цветочка? Решила улететь. Ну ладно, дома решила остаться. Не понравилось, подождите. Дай-ка я тебя сфотографирую. Вот так вот. Арина попросила у меня: мама, я хочу что-нибудь вкусненького. Это у меня обычный белый хлеб. Такой, наверное, подходит для тостеров. Я не знаю, Андрей у меня постоянно покупает. Я-то такого не ем. Все, что было в моем холодильнике, это кусочек колбасы, один перчик и сыр. В общем, на булочку намазала типа соуса майонез с кетчупом. Сверху посыпала колбасу, перец и сырок. Вот получилось вот такое вот подобие пиццы. Быстро и вкусно. Пахнет тоже очень вкусно.
Ой, булочка получилась, кстати, хрустящая. Булочка получилась очень хрустящая. Вот, видите? Класс! Супер! Арин, тебе сколько кусков? Сколько тебе кусочков? Мини-пиццы. Давай. Я сегодня получила на почте две посылки с суккулентами. Свое творчество я пока отодвигаю в сторонку. Первым делом сейчас сниму суккуленты и потом продолжу переделку ежика из магазина Fix Price. Естественно, я видео разделю на два. Каждое видео вскрытие отдельной посылки. Я вообще про них забыла. Они на почте пролежали 3 дня. Представляете? Так, ну что, приступим. Мне самое очень интересно, что там пришло. Я уже даже не помню, что я заказала. И что мне туда положили. Я ее уже вскрыла. Вот. Давайте смотреть. Так. Бумага. Столько туалетной бумаги теперь у меня в доме. Я шучу, конечно. Ой, так. Ого, ничего себе. Это я что, столько заказывала, что ли? Что-то я не помню. Надо будет посмотреть. Так, друзья. Смотрим. Все вроде бы, да? Все, смотрите, тут еще что в коробочке. Маленькая. Как они называются, вот эти вот, которые обычно с обувью продаются. Они поглощают влагу, по-моему, как-то так. Интересно. Интересный подход. Так, все, это быстро убираем, это все неинтересно. Моя прелесть. Так, давайте смотреть. Так. А что-то они не подписаны. Так, одна деточка. А мне их не подписали. О, жалко, конечно. Так, еще одна. Но здесь просто срезанная, сухая. Так, это у меня что за посылка? Это у меня посылка из Краснодара. Так, идем дальше. Ага, тут прям целая эта, смотрите, какая большая. Детка уже вон какая выросла. Не подписаны все. Значит, надо будет связаться мне с этой девушкой. Что-то она мне их не подписала. То ли забыла, то ли она их не подписывает. И я у нее тогда спрошу, где какой, Ариша. Так, наверное, лучше видно. Я у нее тогда спрошу, где какой, потому что... Ох, какой большущий. А, их тут целых даже 2. Смотрите-ка, друзья. Ну-ка. Оп, листик отпал. Ничего страшненького, я бы их все равно поотрывала. А, это один такой, да? Вот он. Вот какой, смотрите, отличный экземплярчик. Ну, этот я, наверное, легко... Догадаюсь, какой. Так. Оп. Тут тоже. Такой вот деточка. Маленькая. С корешком. Минус, конечно, что не подписано. Я автору напишу. Автору, господи. Девушке этой напишу, чтобы на будущее она, конечно, подписывала. Так гораздо удобней. Чтобы мне потом по фотографиям это все дело не искать. Вон, смотрите, какая классная. С красными такими краями. Здорово. Тоже с корешком. Давайте еще посмотрим. Вот, смотрите-ка. Малипусечки такие. Такие хорошенькие. Вон какая красота. Красота.
Ого, какой! Баги, не храпи. Собака тут лежит, храпит. Смотрите, какой классный! Я что-то не помню, чтобы я такой заказывала, если честно. Немножко помялся. Смотрите, какой. Обалдеть! Вообще здоровский. Вот еще. Тут малышок. Вот это, скорее всего, был в подарок. Потому что я такой не заказывала. У меня, по-моему, такой есть уже. Малышам. К малышам. Все, иди, малыш. Вот еще одна красавица. Вот это вообще огонь. Ну, потому что это Эчеверия, зайка. Красота. Шмалипусечки такие. Супер, просто супер. Ну, и говорю, что минус один, они не подписаны. Тут немножечко помялось. Видите, слегка помялось. Еще одна красота. Вот, смотрите. Толстяночка такая, да? И последний. Еще есть, да. Вон еще детка. А, вот, наверное, вот эти вот подарочки. Что-то она мне... Ух, сколько. Ух, сколько. Смотрите, срезаны. Какие тоже хорошенькие. Травка такая. Красота. Супер-супер. Это подарочки. Это я точно знаю. Это она мне фотографию девушка посылала. Надо будет спросить. Вот. Так, следующее. Сейчас я мох вчера чистила, сегодня его запачкаю, походу, по новой. Так, здесь что-то большое, друзья. Что-то тут большое завернуто. Ну-ка. Вот она моя красота. Вот она моя красота. Вот она, посмотрите. Шикарная, просто красавица. Подожди. Посмотрите, друзья, она великолепна. Супер. Очень здорово. Можно, наверное, будет отделить. У новые какие-то тут детки у нее листики. Вот. Слушайте, вообще классно. Очень красивая. На, аккуратно. Вот такое вот пополнение к моей коллекции. Это была моя первая посылка. И сейчас я перейду к обзору второй посылки. Но это будет уже в следующем видео. Все. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.